have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами продолжаем уничтожать этих чуваков. Не-не-не, чувак, не в этот раз, все, до свидания. Я сюда приехал, а они тут катаются, я не знаю, что им от меня надо. Ой, их там еще не... Че, блин? Не попал. Блин, а он меня неплохо так раздамажил, кстати. Я не знаю, почему тут... я же все зачищал. Два раза тебе. Придурки. На самом деле, вот эти машинки мне гораздо больше нравятся, потому что... Откуда вас тут столько? Я же зачищал всю эту территорию. Не-не-не, чел, все, до свидания. Все. Два. Проще тебя так снять. По маневренности просто... Не-не-не, чел, все, до свидания. Он рванет. Я не знаю, они сюда понаехали, я тут прихожу, а они здесь, и, в общем-то, это. Ладно, взгляд на карту. Позачищал. Все, что здесь водилось, также попробовал проникнуть вот сюда. Оно выглядит как отдельная маленькая локация и перекрыто вот здесь вот. Я даже попытался перепрыгнуть, но не смог этого сделать, все-таки не долетает. Будем надеяться, что нас сюда как-то по-другому доставят. Не знаю, теперь. Маленькие вот эти машинки, я же говорю, мне нравятся больше, потому что они на антигравах, а не на колесах, как те, и у них маневренность гораздо лучше, на вот этих вот фиг развернешься. Итак, в прошлый раз мы попытались сюда заехать на машине, у нас не получилось, дубль 2. Может, мы все-таки сможем сюда заехать на машине. Воу, что за подтормаживание? Кстати, да, пока зачищал территорию... Один раз игрушка все-таки вылетела. Я крайне надеюсь, что это не повторится. Блин, а фары тут не предусмотрены. Туда мне не надо. Значит, надо сюда. И на машине меня все-таки сюда не пустят. Ну и ладно, в общем-то. Что ж вы тут копали-то? Нажми на кнопку, получше результат. Да, вот в подсказке внизу экрана мне как раз саркофаг. Не путайте местами букву А и Р, а то получится не очень. Пока вот внизу подсказочки, они мне как раз сказали, что очки... Let's go find out. Тана, не перебивай, пожалуйста. Рассказали мне эти подсказочки, зачем нужны все эти очки славы, очки, вот это все, что я зарабатываю при зачистке. Это для разблокировки новых оружий и новой техники. О, я новый скилл получу. Как раз в прошлый раз я жаловался, что у меня нет нового скилла. Модуль стенки. Мобильное укрытие. Прочное, но временное. Стенки. Ведрана Макович? Что, блин? Ну и кто-то вырезает.
Стенка. Развертываемый энергетический барьер, который блокирует выстрелы в вашу сторону, при этом позволяя вам вести огонь сквозь него. Нажмите 3, чтобы выбрать стенку для улучшения. Да-да-да-да-да, я вас понял. У меня есть, кстати, один модуль. Я, может быть, сейчас сразу смогу и улучшить на месте. Прибежал, блин. Не знаю зачем. Кстати, да, довольно справедливо заметили в комментах, что эта игрушка еще и на Crysis похожа. Так. У меня 2 модуля. Здесь на радар мне нужно еще 6. Он у меня будет сокращать время восстановления датчика на 40. И датчики непрерывно показывают врагов и сообщают их уровень здоровья. Вот это, кстати, интересная штука. Я бы, наверное, хотел накопить. Сокращает время восстановления стенки на 20%. Увеличивает прочность на 35%. Повышает прочность на 70%. Увеличивает размер. Вот это круто. Добавляет электрический урон любым пулями, снарядом, пролетающим... Так, ну посмотрим на самом деле. И я получу еще один модуль, да? Выходит. Ну, пока что не буду прокачивать. Если будет необходимость, я, конечно, ее вкачаю, но пока что... Мне туда. Ну, пойдем посмотрим, что здесь. А, я отсюда пришел. Да. Я думал, мне дадут выбор. Ага, ага. Yep. Прибежал один такой чувачок бодренький ко мне туда. Такой... Интересно, так... Я вас понял. Кстати, неплохая штука. А стенка... А, она на время. Я как раз хотел спросить, а она разве не на время? Но он щит себе отрастил. Ладно. Моя твоя понимать. До свидания. Вот это, кстати, выглядит неплохо. Они отобразили урон. А! Интересно. А ты разве... А у вас дробаши были? О. Сложно... А, я мог еще их взорвать. Сложные двери у них. Может, тут что-то еще интересное будет. Ладно, поехали дальше. Ну, значит, теоретически нам сейчас будут давать врагов... Которые идут под стеночку. Спасибо. Я заберу. Неудачники. Кризис в свое время... Проходил все 3 части. На самом деле ни одна из них мне не понравилась. И когда я уже доходил под конец 3-й части, у меня было такое ощущение, что побыстрее бы, честно. Эта игрушка мне прям не зашла. Я понимаю, что там прорывной движок, что можно было много чего делать. Меня бесило, что вот этот супер костюм, который был в кризисе, его хватало там буквально на 2,5 секунды. То есть, серьезно, толком в стелс не поиграешь, потому что невидимость заканчивается. Броня тоже пробивалась моментальнейше, и против вот этих цефов ты ходишь и ощущаешь себя вообще никем.
Вот в кого надо было. До свидания. Грена! Блин. Так вот, поэтому я сразу про кризис-то и не вспомнил. То есть, когда играешь в эту игру, вспоминается прежде всего Doom из-за зеленого костюмчика, все дела. Вот. Но в том-то дело, что эта игра похожа на многие игры, но не является копией, не является клоном, она самобытная. Вообще, 343, они провели огромную работу. Они огромнейшие молодцы, потому что я вот сейчас параллельно, я же говорю, играю в первую часть. Да, ощущается огромнейшая разница. Ощущается огромнейшая разница между первой частью и, конечно, вот этой. Но я бы не сказал, что в первую играть неинтересно. Нет. То есть есть некоторые похожие механики, есть некоторые разные механики. Но первая до сих пор играется бодро и хорошо. Так же, как и это, просто по-своему. И, ну, это круто. Ой, блин, я тебя вижу. Может, я по старинке все-таки? Ой, кто там по мне стреляет? До свидания. Главное хедшоты вешать. Или сбивать щит и потом прилетать к нему, или хедшоты вешать. Сколько патронов и нервов экономится вот этим вот крюком. Да, блин. Вот с этими ребятами не очень хорошо получается, потому что... Сбей ему щит! Надо мимо щита попадать. Можно просто вот так делать. Это корут прикольно. Так, а там что? If you can magic up a terminal of some kind, or find an alternative power source to get this door open. Да, нашел. Но казалось, я думал, на этой механике будет ну как бы чуть больше. Но видимо, у нас тут все-таки игра не про загадки. Не, ну про загадки тоже, но не настолько. Ай. Грена! Так, снайпер, не-не-не-не-не, снайпер мне не нужен. Снайпер мне не нужен, нет-нет-нет. Привет, чувак. Пришел, получил в рожу. Ага, вижу, понял. Где? Высунь голову, тварь. Надо у него будет винтовку забрать. Тут еще один клоун где-то бегал. А вот он. Вот эти вот очень сильно бесят, ребята. Так. Чем ты это сказал? Человек. Фига себе, ты быстрый, оказывается, когда надо. Они прям такие бегают, бегают, резвенькие. Где я снайпера убил? Где-то наверху. А где? У меня винтовка не перезаряжена. Мне это не нравится. Ну ладно.
Ладно, пойдем. Грены у нас вроде есть на случай босса. Как мы в прошлый раз выяснили, это очень хорошее средство против боссов или даже боссов. Никто от меня не прячется, прикинь. Никто и не собирался. Блин, я сам косой. Фига себе, мне пришлось его добивать. Это когда ты стал таким бронированным? Снайперов, блин, не замечаю. Да нет же ж. Короче, смотрите, в чем прикол. Игра очень динамичная, и также тут есть вот это вот, например, применение способности на Q и всякое такое. И очень часто я ее путаю с Апексом, в который я играю время от времени. И в Апексе как раз на C-шку это приседать. И поэтому, когда я каждый раз нажимаю на C-шку, я хочу сделать подкат. Мне срабатывает инстинктивно, я хочу сделать подкат. То есть разбегаюсь и хочу просто уехать на полной скорости. Тварина, как же ты меня достал. Так вот, и в пылу боя, когда я забываю, что я не в Апексе, я нажимаю на C-шку и получается, что кидаю грену. Хотя делать этого не хочу. Это вот оправдывая все мои ошибки с Цешкой, которые я делал все это время. Ну что, грену вытащил? Или мне показалось? Да, чуваки с шотганами, ну как бы да, они опасны, но на самом деле не настолько. Так что терпимо. Ну, если их будет 5 штук, и они зажмут в углу, это будет крайне неприятно, я согласен. Так, а чё мне с... Мне источник энергии сюда найти? Моя твоя понимать? Забираем. Я думаю, что кнопка-то не появляется. Она просто когда желтым светится, прям вот вообще не явно. Вижу, все, спасибо. Промазал. Ох, их там дофига! Че? Что меня убило-то? Вот, секундочку, меня щ... вот сейчас вот этот вот мелкий убил, что ли? Хватит меня бить-то, блин! Я ж тебя тоже бить буду, дурак, что ли? Бьет он меня. О-о-о-о-о-о, валим. Оп. Перезарядочка. Я ж тебя тоже сейчас постреляю. I'm not scared like the others. Я типа не боюсь, как все остальные. Ну ладно. Да иди сюда уже. Ну ладно. На самом деле эти ребята могут быть опасны. Окей. Признаю. Нет, на самом деле такие вот именно джаггернауты, вот они, пожалуй, самые опасные.
Я не знаю, вот в комбинации. And it's open. Come on. Let's go before they get really creative. Мне нравятся фразочки Картаны. Я говорю, она постоянно выдумывает какие-то хихоньки. It's coming from up ahead. А еще и хахоньки. Че у меня со Снейпой? Стол. Хорошо. Или там пещерный тролль, или кузница. Open it. Help me. This installation. Да ладно, это ты? How did she return? It's impossible. This cannot be. I need to go back. Find out what happened. We should help her. Maybe. No, she's correct. I request your assistance. Who are you? What's your name? Я забыл, как её зовут. Monitor of this installation, and this is my conservatory. My conservatory. This is not right. Perhaps you would... Oh no! Что за летучее говно? Погоди. Let's go. Where? Down there. Я по лору игры смотрел про вот этих вот роботов и всякое такое, но я... What were those flying things? No. Dangerous. And despondent pyre? No. Potentially dangerous. See, хорошая оценка угрозы. Ты реально можешь быть оптимистом, чувак, когда надо. Его убил? Кто же знает. Попался. Попался. Вот эти чуваки меня бесят, прям реально. Бесят. Неплохо. Иголочкой пригвозит. А, тут еще кто-то есть. Дружище, че ж так неосторожно-то? Я думал, уже никого не осталось. Не, ну хорош бегать-то от меня. Как стрелять, так сразу. Отлично, нам сюда. А мог ли я там что-то забыть? Кто знает. Дальше. Мне кажется, вот эти вот локации, они довольно линейные. Хотя, опять же, когда я проходил башню, я там где-то не нашел поинт спартанца. Да сколько тебе надо-то? Прикиньте, 4 пули из снайпы, просто все неудачно. О! А нет! Я передумал. Все, не все. Что-то еще может быть. Я думаю, что, возможно, на боссе мне стенка пригодится, но пока что я в ней прямо особого смысла не вижу. До свидания. Да ну, елки-палки, эти... На тебе в руку, на тебе.
Пожалуйста. Ну, просто я не хочу к нему вблизь лезть, потому что тут вот эти ребята. Ну и все. О, там большой элитник. То есть есть элитники, есть большие элитники. Он чем-то заливает таким жестким. Погоди, ты где? На тебе по башке. Ко мне, воины. Какие воины? Чел, ты уже один. Ну и все. Энергоклинок. Кстати, гранатомет, энергоклинок и гранаты. Неплохой арсенал. Сколько в тебя вложили? Ну что ж, вниз. Вниз так вниз. Поехали. Уи-и-и. Нравится, что нет урона от падения. Кстати, этим тоже, опять же, напоминает Apex. Так и... Хорошо, 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 я тебя понял. Я тебя понял. Все, до свидания. Делаем по-другому. Я уже здесь? Я уже здесь. Значит... Идите сюда, уроды. Блин, их два! Но я просто не хочу грены тратить. Блин. Я уже два раза сталкивался с такими местами, где приходят два невидимки. Так, N. Давайте вот эти. Теперь вот, вот так. Да ёлки-палки, ну неудачно-то как? Да шо ж... Кстати, одного можно просто вот так вот гренную фигарить. Так, черт. Глупое место такое. Н-Н-Н. Все, поехали. Да ну ёлки-палки, я не... Сколько, четвертый раз? Я, по-моему, за всю игру столько не сдох. Ладно, хорошо. В прошлой серии сколько это... Чё за глупости, блин? Раз, два, три. Минус. Все, до свидания. Вообще бесполезные уроды. Просто куски бесполезных уродов. Я не знаю, как, я не знаю, сколько, почему я столько времени на вас потратил. Серьезно? Я думал, ты так и будешь бегать в панике. Не стреляй в меня, стреляй в кого-то другого. Так, теперь эти гранаты липучки надо подобрать где-нибудь. Он как... Wait, listen. Please, do not do this. It cannot happen. It is wrong. Блин, эта тварь щит восстановила. До свидания. Гля, как заныкался.
Чувак, до лаки тут никакого лаки тут нет. Хрюки. Так, там бугай. До свидания, бугай. Ого, 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 ты чё, турель, что ли? Патрончики, пульки, пульки, патрончики. Опа. До свидания. Нет, это не турель, это что-то просто большое там. До свидания. Главное, прямо, ну, сбиваешь ему шлем, потом попадаешь по этому, по репе. Ой, две липучки я подобрал, хорошо. Удачно. Ну, или почти. Три патрона. Сбивание щита, сбивание шлема. Хватит от меня убегать! Говно кусок. Два патрона на тебя тоже слишком много. Если одним тебя не убил, надо убивать вручную. А, вон он. Боньк! Вообще с первого раза. Ну чё, как бы все. Поехали, поехали, поехали. Чё там, чё там, чё там? Как через это пройти? Погодите. Кстати. Это ты крепкая челюсть, блин. Через это просто обходится, да. Я не понимаю, какие из них одноразовые, какие из них одноразовые, какие нет. Да не бегайте, блин. Успокойся. Так, чел. Все. Договорились. У него прям ракетомет. То есть есть гранатомет, а это прям ракетница. А. Ладно. Не, я возьму эту штуку обратно. Мне ничего не жжет, я понял. Нельзя подвергать угрозу. Почему? Ты не понимаешь. Это с другой стороны обходится, да? Мне вот эти коридоры даны чисто, чтобы я лор послушал. Интересно. Так где ты уже? По-моему, ну не знаю. Ну, я понимаю, что большая территория. Просто вот эти два
Два обхода лишних, они были, по-моему, лишние, если я правильно понимаю. Ладно, сейчас посмотрим. Но я там этих пацанов, ребят, вижу. Или не, а, нет, не вижу, погоди, мне показалось. Просто судя по тому, сколько здесь оружия... Мне сейчас дают на входе. Ой, снайпу дали. Контрольная точка, револьвер, гранаты. Тут сейчас, по-моему, будет большой файт. Это огромнейшая арена, блин. Огромнейшая, черт побери, арена. Ну, вы поняли, да? Ох... You know what I want. Alas, I do, Cortana, and my mind is not changed. This installation's weapons may be yours, but its secrets are not. It's protected. The containment facility in particular. Containment? The flood? Why would I... You and I both know that there are worse things than the flood within this ring. No. There's no way you could know. Потоп — это, если что, древняя цивилизация... Ну, древняя... Ну... Не цивилизация, а вирус цивилизации, что-то такое. Why don't you understand? The seal must not be broken. The punished cannot be freed. This can never be negotiated. There is no other choice. Reconsider. The consequences of your request. Back to your conservatory, monitor. Да если все картан натворила. What could be worse than the flood? В самом деле. Nothing good. Find us a way out. On it. Ну, эти летучие тараканы, да. Фигово. Remember when you said new and dangerous? Uh-huh. You were right. Eyes up. Reinforcements. This is taking longer than I thought. Something is taking control of local systems. Да успокой... Да успокойся! Блин, они просто спамят. Они просто прям... Да, 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 да. Я не ожидал, что сюда придут эти... Не остаемся на пятачке. Убиваем воздушных тараканов. Так, все, нормально. This is taking longer than I thought. Something is taking control of local systems. Сюда. Я уже видел, что... Ну, причем меня убил даже не вот этот чувак, меня убило из какой-то пушки. Да, сломал купи. Так, окей, я вас понял. Вот это меня... Вот этот баг меня немножечко бесит, что... Ты такой, окей, переключи оружие, а тебя оставляют на том же оружии, что сейчас. Все, бугаев убили. Where are all these skimmers coming from? Is that what we're calling them?
Well, I was also considering flying octopus monkeys. Скажешь, it is then. Flying octopus monkeys. Мне нравится. И нафиг. Они прям столько урона наносят. Хорошо, что они относительно ваншотные. Ну, то есть, одно хорошее попадание. Хорошее. Я же не сказал, что они всегда хорошие. Контрольная точка есть. Ты где? А чем? Чем они стреляют? Ладно, блин, мне придется, наверное, взять их пушку. I know, the code is being rewritten, altered using a forerunner routine. Дайте мне другую пушку, наверное. Ну-ка. Минус. Минус. Reinforcements inbound. Да хорош реинфорсить-то, блин, задолбали. Где? Чем меня... Что-то в этой серии прям жестко. Наверное, щиты надо ставить, да, вы скажете? У них, кстати, неплохие винтовки. Я, наверное, похожу, пока что похожу с ними. Все, мы можем валить. Давайте я сейчас быстренько посмотрю. Там грены, кстати, были неплохие. Ага, сейчас. Кинетическая. То есть я мог здесь подзарядить револьвер. Здесь дают снайперки. Блин, я хочу обратно револьвер. С той стороны его не будет. Нет, тут только снайперки. Я вообще мог отсюда отстреливаться. Его я сейчас уже не подберу, да? Не с кого просто. Я остаюсь с этой винтовкой. А это что? Гипердробаш какой-то. Я вот где-то тут бросил, но я его уже не подберу, потому что в нем нет патронов. Да. Хорошо. Придется валить вот так, с их винтовкой. А, она, в принципе, неплохая, я не против, да. Но по возможности я все-таки поменяю. Потому что, я думаю, сейчас со всем этим разобрался исключительно из-за того, что этих чуваков ваншотал. What happened back there? When I interfaced with the cradle, it unlocked something. Something important. Cortana was here 6 months ago. I could feel what she felt when you arrived. It was joy, fear and... Радость, страх и боль. Еще один модуль. Прям вот так вот. Ускоритель. Ну кто ты? Scan complete. Spartan Theodore Sorrel, special weapons expert, died 13 days ago, like Makovich. The assassin. Brutes, more than one. Whoever they are, they're proficient, well trained. We've got a score to settle. Есть такое. Так, позволяет выполнять маневры уклонения.
Выполнить маневр уклонения в боковых направлениях. С его помощью можно увернуться от атаки или переместиться к укрытию. Нажмите 4, чтобы выбрать ускоритель для улучшения. Врагов не будет. Для улучшения мне решили сразу уже все выдать. Я как раз интересовался. Так. Добавляет второй... Я знал, что так будет. Спасибо. Отлично. Вот мы и вернули наше оружие. А вот это просто долго стреляет. У него, смотрите, зарядка. А эта штука, бах, пулю пустил и все. Значит. Дурак. Можно я почитаю про ускоритель? Блин. Сокращает время восстановления на 20%. Значительно увеличивает запас энергии ускоритель, для, чтобы позволить перемещаться дальше и быстрее. Добавляет систему маскиру. О, вот это прям вкусно. Хорошо, сколько на все это мне нужно очков? 6, 12, 18, 24 очка мне нужно. У меня 2. То есть еще нужно подобрать 22 модуля спорта. Ну, этих модуля. Очка, короче. 22 поинта. Ну, в принципе. Интересно, как это в игре рассчитано? Впритык или нет? Chief, that platform. We're too late. Not yet. Блин, эти дрестальщики. Ну, серьезно, просто они с таким звуком. С это, соответственно. Что я хочу? Я, наверное, хочу вот так. Я даже шлем ему... Да хорош заливать, блин! Даже шлем ему не снял. Я не хочу гренами пользоваться. Есть, одному шлем снял. Есть. Ну, просто с двумя такими драться, это... Я же не убил двоих. Нет, вон второй. Это не те гранаты были, которые я бросил. О, это вот эти были импульсные. Чертов щит подставил меня. Я забыл, что у меня щит выбран. Ну, это такой бред. Та зараза, ты можешь не рыпаться, ходит оно там. Наконец-то. Так, это вот эти кинетические, да. Не долетают. Ха-ха-ха, смешно. Да-да-да.
Да сдохни! Нет! Патрончики. Отлично. Сдохни, тварина. Настойчивый, да-да-да. Negative. His killers are still active. А откуда ты знаешь, погоди, что убийцы спартанцев до сих пор живые? This elevator, it's taking us back to the surface. It doesn't make sense. Why come all the way down here just to kill the monitor? The monitor's purpose is to protect the ring. So why kill her? No idea. Я должен был уехать, да, на этом лифте? А как теперь? Ладно, давайте загрузимся. Гони сюда. Все, мы едем. Что-то я не знаю, какой-то глюк, не глюк был, ну, с моей стороны. Без понятия. Вообще, смотрите, длинное задание какое. Это все происходит на этой карте. А, еще. Хватай К. Блин, можно пушки подбирать с помощью этих, ну да. Спиральки, о, да, бочки можно подбирать. Что-то я не подумал, ну, забыл. Мне об этом говорила игра, но я забыл. Сохраняем контрольные точки, сохраняем прогресса. Ну, я крайне рад. Босс сейчас будет. Предвестница. Ну, хорошо, я рад этому. Despondent Pyre. She had something I require. Мне было то, что мне требовалось. Так мы враги или не враги? I know of you, Reclaimer. But hear this. You are not the future. You okay, Chief? I'm trying to get the armor unlocked. Try harder. The Forerunner's lies are at an end. I am the harbinger of the truth. The Endless will be found. They will ascend. Now would be good. У тебя щеки хлопают, ты видела? Three. The reformation begins. Two. One. Go! Блин, резкая как понос. Это мой финальный босс будет или что? Или это я сейчас не буду драться? Посмотрите на размер этого револьвера. Там, по-моему, патроны просто размером с голову вылетают. Поэтому он такой мощный. Ёбарас это. Ты кто такой? It's okay. You saved us both. That structure. Spiel? Yeah. Do you know what it is? No.
The Harbinger said the Endless will be found. Maybe they're inside that thing. Only one way to find out. Пойдем. Я не знаю, насколько это будет длинное задание. Все, мы договорились? Нет, не договорились. Хорошо. Я думаю, все нормально. Мне нужен... Да, постреляй мне там. Угу. Ёлки-палки. Чувака просто вплющило. Я одной машиной сейчас все разнесу. Хотя я вторую тоже сейчас. Я вот так вот его сделаю. Так ты сейчас тоже свои машины выберешься, если что, чувак. У меня для тебя плохие новости. Он покинул свою машину. Ну, поздравляю сейчас. Он что, Грену кинул? Не, мне показалось. Давайте хотя бы одним глазком просто заглянем, посмотрим, что там происходит. Не, чувак, тебе показалось. Грена! Ого-го-го! А ты чё такой борзый? Кто-нибудь? Ну хоть кто-нибудь! Блин, машина! Да блин, ты задолбал, чувак, стрелять оттуда! Стоит, блин, с горы настреливает. Ну, без машины все глупо просто проходить. Машина, кстати, скоро накроется. Она уже сбоить начинает. Просто взорвите его. Простой такой. И вот этот. И ты тоже. А кто что-то перезаряжал или мне показалось? Выходи, трус. Сказали люди, прячущиеся в скале. Ну ладно, не люди, хрюки. Все, мы со всеми поговорили. Там этот элит на тачке где-то рассекал, погодите. Что-то чувачок решил просто приныкаться в траве и такой-то, ну его нафиг. У него, кстати, машина в худшем состоянии, чем у меня.
Пара-пара-пам. Патрончики не требуются. То есть это все-таки довольно неплохо все охранялось. Пойдемте просто глянем. Ну, обидно, если там одна касцена осталась. Блин, а прикиньте, если это... Блин, это босс-файт ведь. Потому что его не было. Кто это эти люди? Hunters. And what do they do? Don't answer that. Just get rid of them so I can get us in. Ой-ой-ой-ой-ой, вот этих ребят я, кстати, отлично помню из первой части. Я уже с ними сталкивался. Они мне очень не нравятся. По крайней мере, в первой части они доставляли очень много неприятностей. У них щит, у них гранатомет. Урона им надо просто немерено. Меня обходят. Блин. Стой, я пошутил. Это мой босс, на... Наконец-то я с него хоть шоты снял. Гряночки. Минус один, наконец-то. Он зачарджился, прикиньте. Не-не-не-не-не-не-не, нет. Классные патроны можно было подобрать, не хочу. Да шо ж ты оба-то мимо? А, грены закончились, я понял. Спасибо. Валим. О, тут есть бочки. Иди сюда. Я, по-моему, две бочки только что в никуда выкинул. На, накройся тазом. Грены? Да, я две грены. О. Одна прилипла, другая нет. Плохо. Выберись! Это мой босс. Страшненько. Давай, давай. Залазь, поехали. Protocol's not banished in Origin. It's sturdier than I expected. Problem? Нет. Типа, это займет у меня не одну секунду. Это займет у меня 3 секунды. Все. Протокол разработали не изгнанники. No problem. Никаких. Меня немножечко смущает, что у меня нет гранат. Почти что. У некоторых видов техники, например, при ведении вепри есть турели, из которых может стрелять пассажир. Да, знаем такое. Прям сюжет у нас сегодня, да? Идем исключительно по сюжетному заданию.
Шпиль. Знаете, ребят, тогда давайте на этом месте останавливаться. Я не знаю, что будет дальше. Возможно, босс-файт, возможно, нет. У нас просто уже хронометраж подходит. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, побра, всем ладушек. И всем покеда.